хочу измениться. Иисус, я хочу еще больше прикоснуться с Тобой в наших личных отношениях. Иисус, я лично хочу общаться с Тобой. Я хочу слышать Твой голос. Я хочу видеть все, что Ты мне показываешь. Я хочу слышать все, что Ты мне говоришь. Это моя сегодняшняя молитва. Я прошу Тебя, любимый, измени меня. Сорви с меня старые одежды, чтобы я увидел себя, чтобы я услышал себя, чтобы я понял, что мне нужно сделать. Иисус, я знаю, что Ты мне уже многое сказал. Дух Святой, Ты уже многое показал нам, но я хочу видеть, я хочу слышать небо. Ворвись, Иисус, в мой слух, в мое зрение, в мои эмоции. Сегодня твой слух. Пусть откроется сегодня твое духовное зрение. Мой Бог!
воду, и я выхожу с позиции. Я выхожу с того места, где я не слышал моего Бога. Я выхожу с того места, где я не мог быть учеником Иисуса Христа. И я хочу встать в это место. Я хочу встать в это место. Я хочу активироваться сегодня, мой Бог. О, Иисус! 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 Открой меня! Твой голос. Я хочу видеть, Иисус, все, что ты мне показываешь. Я выбираю тебя, мой Иисус. Это молитва силы. Это молитва отсоединения. Отсоединения от этого демонического мира. Чем голос больше внутри тебя, Иисуса, тем ты будешь свободный. О, Иисус, закрой! Я прошу тебя, закрой голос этого мира моим во мне. Закрой, Отец, мне зрение этого мира. Я хочу видеть тебя, мой Бог. Я хочу слышать тебя, мой Иисус. Прикоснись к моим глазам, прикоснись к моим ушам, мой Иисус. Прошу тебя, любимый. Теперь понимаю, что я слепой, что я не слышу все, что ты мне говоришь, Иисус.
Иисус, Ты говорил о последнем времени, когда будет много уже пророков и уже учений. Иисус, я не хочу попасться на ложь. Я не хочу, чтобы меня обманул дьявол. Иисус, поэтому я стою здесь. И я хочу попросить Тебя одного. Я хочу слышать Тебя, Иисус. Церковь заглушила голос Бога, превратив служение в какой-то цирк, профессионализм, в традиции. Церковь, я прошу Тебя, вернись к голосу Отца. Вернись к тишине неба. Церковь, мы не слышим неба. Мы вышли из баланса неба. Мы потеряли силу Духа Святого, приобретя рождение свыше. Мы куда-то полезли не в правильные вещи. Нам захотелось что-то сделать для Бога, не слыша Его голос. А Бог говорит сегодня церкви. Иисус общается с невестой своей. Но мы не хотим признавать голос неба. Мы не хотим быть участниками делателей неба. Мы привыкли быть делателями своей жизни. Мы научились быть делателями своих молитв, своей музыки и звука, своих служений. Церковь, я прошу Тебя, очнись, проснись, нам нужен голос Иисуса! Нам нужен Его голос! Я прошу Тебя, помолчи! Услышь голос Отца! Переживи Его взгляд! Переживи Его дыхание! Переживи Его присутствие! Живи Его руку на себе. О, церковь, когда Иисус посмотрит на тебя, ты не сможешь стоять, ты не сможешь спать, ты не сможешь устоять от Его сильного, сильного взгляда, наполненного любви, стратегии, мечтой неба. О, церковь. Иисус, посмотри на меня, прошу Тебя. Иисус, посмотри так, чтобы я посмотрел на Тебя. Иисус, помажь мои глаза. Иисус, открой мои глаза, я прошу Тебя, Иисус. Исцели мои глаза. Исцели. Я хочу чувствовать Твой взгляд. Я не чувствую, Иисус. Я знаю, что Ты смотришь. Я знаю, что я покрыт кровью Иисуса Христа. Но я не чувствую, Иисус, так как должен чувствовать. Небо настолько сильное, что мы даже не переживаем это небо. Небо настолько мощное, что мы не чувствуем эту мощь. Почему? Я жажду пережить эту мощь. Это присутствие, которое захватит ни одного, ни двух. Присутствие Иисуса захватит всю церковь. Всю церковь. Мы помазаны кровью Иисуса Христа. И Его совершенная кровь над каждым из нас. И Его
кровь пролилась на эту землю, нет ни одного человека, который был не помазан кровью Иисуса Христа. Есть и люди, которые не приняли эту кровь, не приняли это спасение. Но я обращаюсь к тебе в этой молитве, рожденный свыше, имеет отношение личное с Отцом. Рожденный свыше переживает небо здесь, на земле. Церковь, проснись. Церковь, выйди из состояния слепоты. Я хочу жить с тобой, мой Иисус. Я хочу
быть всегда с тобой. Встряхни меня, Иисус. Разбуди меня, Иисус. Я хочу новых отношений с тобой. Раньше я требовал, чтобы ты мне говорил, раньше я кричал: Иисус, скажи, ворвись. Но сейчас я кричу сам себе: я хочу тебя слушать, Иисус. Сейчас моя боль направлена не в ту сторону, что мало Бога, мало Духа Святого. Я сейчас иду в другую сторону, там, где я мало слышал тебя. Там, где голос Бога заглушил дух этого мира, я больше не хочу быть. О, мой Бог. О, мой Царь. Посмотри на меня. Я прошу тебя, поправь мой взгляд. Поправь мой взгляд, мой папа. Церковь. Когда Иисус будет смотреть, ты не сможешь устоять. Когда ты почувствуешь Иисуса в своей комнате, который уже давно с тобой, не представляешь это состояние. Когда ты будешь переживать Иисуса, который всегда был с тобой, который никогда не уходил от тебя. Церковь, пойми, Иисус здесь. Это мы не здесь. Это мы в каких-то проблемах. Это мы где-то там, но Иисус, Он здесь. Это мы не здесь. Его присутствие настолько мощное, что когда ты попадешь в его зону лично, то многие зависимости, болезни, они просто будут удалены. Это зона Иисуса, где дьявол вообще не имеет никакого отношения, никакой власти и силы. Церковь, это небо! Я хочу войти в твое присутствие, мой Бог! Я хочу пережить тебя, Отец! Oh!
зона чистоты, зона святости, зона истины. Царство Иисуса. Зона свободы, зона радости. О, Иисус! Тебе сказать, что тебя мне не хватает сегодня. Не хватает. Жажда. Это когда не хватает вообще. Жаждущих я не залью, говорит Библия, на жаждущих я не залью. Ближе, 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 ближе.
уже мы станем друг другу. Борьба! Сокращаются расстояния с Иисусом. Убирая всю старую жизнь, убирая зависимости. Твои мечты, личную жизнь. Иди к Иисусу. Только ты можешь сократить расстояние сегодня, лично ты. Ближе. Ты можешь стать. Ты решаешь быть близко сегодня с Богом или нет. Ты сокращаешь расстояние. Ты. Ты сегодня контролируешь дистанцию. Ты сегодня задаешь скорость сближения. Царство мое близко, говорил Иисус. Близко, 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 Он говорил. А мы не слышали, Он говорил, вы теперь можете сократить это расстояние. Я уже близко. Я не могу больше подойти к тебе. Потому что это ты решил двигаться со мной именно на этом расстоянии. Потому что ты решил иметь такое общение со мной, которое ты имеешь. Ты решил носить на себе то, что ты носишь. Ты решил. Я близко, говорит Иисус. Ты решаешь, куда тебе ходить сегодня. Иисус говорит, я близко. Я в тебе. Thank you.
соединяли с собой в одно целое, в одно целое, одно тело, один дух, одно сердце. Ты и я, ты и я, ты и я, ты и я. Я хочу слышать твой голос. Я хочу различать твой голос из тысячи голосов моей жизни. Твой голос. Твой голос. Я хочу видеть все, что ты показываешь мне, мой Бог. О, любимый, любимый мой. Открывай мне. Открывай мне свое лицо. Открывай мне себя. Открывай мне себя, мой Бог. Твои глаза. Твое лицо. О, любимый мой. Я хочу знать, кто ты есть в моей жизни. О, я хочу знать себя, мой Бог. Я хочу знать себя. Я хочу знать себя. Я хочу знать себя. Я хочу знать себя, мой Бог. О, любимый, открывайся. Открывайся нам. Иногда стоит пройти через большую боль, через неприятные ощущения. Но это стоит, земля. Это стоит дойти к его лицу. Это стоит. И цена этого состояния — вся наша жизнь. И цена личных отношений с Небесным Отцом — это наша жизнь. Я хочу заплатить эту цену. Я хочу заплатить эту цену. Мы не слышим голос Отца, не видим все, что Он показывает, потому что у нас нет желания платить собой. Мы хотим заплатить, чтобы кто-то за нас помолился, взял пост, чтобы кто-то нам рассказал, что мы услышали от какого-то человека, но мы не хотим платить сами за себя, церковь.
и цена одна, вся твоя жизнь. Заплати лицом к лицу. Лицом к лицу с моим Богом. Я стремлюсь к этому. Я иду, Отец. Thank you.
ближе. Ближе! Ближе! Ближе, семья! Хочу ни о чем больше молиться, семья. Это проблема. Иисус от нас далеко, а мы от Него. Вы знаете, в конце этой молитвы я четко увидел сейчас видение. Это были многоэтажные дома. Потом я увидел подъезды. Я поднимался не по лифту, я был на ступеньках, я поднимался вверх и видел двери. Я видел, как ангелы вешают табличку на двери, на которых я четко видел написано «Ты и я», то есть «Ты и Бог». Я увидел эти таблички, они были, знаете, веревочка такая была, связанная, я не знаю, жгут, такой жгут. И деревянная досточка, и на ней было написано «Ты и Бог». Я видел, как было два ангела. Их было двое, они вешали реально на двери домов. И это сейчас молитва, она не осталась здесь, эта молитва пошла дальше, это было реальное состояние неба сейчас. Потому что Бог вешает, Он показывает сейчас, Он помазывает реально двери. И потом я попросил, говорю, а можно я повешу? Они говорят, повесь. Я спросил, чья это дверь? Это была черная дверь. И когда я повесил табличку, мне ангелы сказали, это была твоя дверь. Семья. О чем я сейчас говорю, о чем, для чего это было видение, ты должен сам повесить эту табличку. Когда-то в твоей жизни встретились верующие люди, которые встретились с Иисусом намного раньше, чем ты. Они тебе рассказали об Иисусе. Они тебе рассказали все, что ты должен сделать, принять Иисуса Христа, свое сердце, разум, душу и силу, исповедовать своими устами, но дальше должен ты это сделать. И сейчас время каждого из нас. И вы знаете, когда я повесил эту табличку, я был в шоке, я думал, я вешаю кому-то, но мне Дух Святой объяснил, ты каждый должен сделать сам. Я увидел, как они вешают. Они показали пример, и они вешали на мою квартиру. На мой дом, неважно, у кого, у каждого есть входная дверь, аминь или нет.
Никто из нас через окна не входит. Но смотри, когда ты это сделаешь, ты должен идти вперед. Это не просто табличка, знаете, злая собака. Ее там нет. Знаете, люди обманывают, у которых вообще нет собаки, они боятся, что туда зайдут воры, они вешают. Злая собака. Вот так сегодня христианство. Повесило табличку верующего и говорит: дьяволу не подходи. А дьявол говорит: а я буду подходить. Потому что это всего лишь табличка на тебе. Но ты не верующий внутри. Ты не веришь в Иисуса. Ты не веришь в Его силу, значит, я буду подходить, перелазить через забор, и ты мне ничего не сделаешь. Кто-то слышит меня? Встань внутри верующим. Встань внутри жаждущим. Встань внутри силой. Встань внутри ребенком Бога. Семья. Бог разрушивает сейчас все внешнее, и Он хочет прикоснуться к нашему внутренности. И это сезон. Сезон изменения то, что находится внутри нас. Постричься мы можем, сходить в парикмахерскую, накраситься к косметологу, сделать массаж, привести свое тело в порядок в спортзале. Но внутри наше сердце, наш разум, все, что находится внутри нас, только может исправить Иисус Христос. Когда ты Его туда впустишь. Просите, чтобы Он показывал. Просите Его, чтобы Он говорил ваш адрес. Он уже говорит, просто просите, чтобы ваши уши, глаза, не знаю, я не знаю, как это попросить, вы понимаете? Я не знаю эту фразу, но просто говори: я хочу слышать тебя. Заходи, закрывайся в свою тайную комнату. И иногда просто молчи. Чи. Слушай, включи музыку на непонятном тебе языке. Если ты не поймаешь английский, включи музыку на английском, чтобы просто был фон, чтобы заглушить дух этого мира. Возьми все, что угодно, наушники, не знаю что. Но возьмите, семья, войдите в молчание, чтобы потом из этого молчания ты услышал голос Бога. Хватит. Мы уже все Ему наговорили, намолились. Хватит. Он все знает. Он все услышал. Теперь ты. Амин. Всем благословения. Классная была молитва. Спасибо тебе за жажду. Спасибо за то, что ты сюда пришел. Спасибо тебе за то, что ты включил эту молитву. За то, что мы семья. И мы идем дальше. Мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Амен. Воздай Богу славу. Амен.